фортификационному оборудованию позиций, ведут наблюдение за противником и местностью, готовятся к отражению атаки противника. Боевые вертолеты Временный выход парашютно-десантной роты на рубеж и перехода в атаку. Используя результат удара в авиации, огня артиллерии, рота стремительным броском занимает огневой рубеж. Сорвать их наступление. Но и на это у десантников есть свой козырь. Это противотанковый резерв, который ждет своего часа в тылу. Перезаряжание орудий, используя автоматы заряжания, а в это время командиры боевых машин наблюдают за результатами стрельбы и корректируют ее. По команде этой возможности комплекса вооружения боевой машины десанта БМД-4М огнем с закрытой огневой позиции. Обнаруживает поражение одновременно пуска противотанковых управляемых ракет. Из БМД-4М ракетой «Аркад» из Крупова, ведя огонь с ходу. В ходе боя командир роты, управляя огнем, дает команду на открытие сосредоточенного огня взводов по наиболее. Воздушная цель поражена. Нанеся максимальные потери противнику и выйдя на рубеж и выполнение ближайшей задачи, подразделение продолжает вести огонь по уцелевшим легкобронированным целям перед фронтом атакующих взводов в своих секторах стрельбы как самостоятельно, так и по команде своего непосредственного командира.